последнее время в телефонах все меньше социальных сетей, все больше страничек сайта «Сириус». Школьники недавно узнали о предстоящем отборе в инженерно-математический класс образовательного центра. Учиться у лучших педагогов, создавать совместные проекты, а по сути ухватиться за некогда недостигаемый уровень в образовании. Это очень интересно, и оно открывает большие просторы в жизни, так как можно... инженерных специальностей очень много. Также можно пойти на, те, кто знает информатику, компьютерные дела какие-то, там, IT. Я буду смотреть, например, прошлогодние олимпиады по физике, по математике, чтобы уже понимать, что мне предстоит пройти, чтобы попасть в этот центр. Педагоги заранее прогнозируют, что путевку в специальный класс «Сириуса» получат, скорее всего, те, кто неоднократно проявлял себя в олимпиадах. Другими словами, воспитанниками образовательного центра должны стать те, кому школьных знаний стало недостаточно. Наша основная проблема, что мы работаем, хорошо научились с троечниками, с отличниками и с теми детьми, которые знают больше, чем учителя, мы работать не умеем, к сожалению. Поэтому для нас это возможность дать для таких детей индивидуальный образовательный маршрут. Если это получится, неважно, с какой он школы. На сообщение об отборе в инженерно-математический класс тут же отреагировали десятки родителей. В школах даже провели родительские собрания. В деталях рассказали о преимуществах новой формы образования и об алгоритме действий для тех, кто собирается пойти на отборочный тур. Конечно, такой уникальный опыт, который можно получить в «Сириусе» с преподаванием, наверное, лучших учителей России, мы постараемся не упустить и обязательно будем участвовать и подадим заявку, и будем готовить портфолио. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 5 по 15 марта на сайте образовательного центра. Конкурсный отбор включает в себя два этапа – дистанционную олимпиаду по математике, физике, информатике. В случае успешной сдачи предстоит очный тур. Шанс попасть в специальный класс есть у всех школьников курорта. Правда, претендентов предупреждают сразу – отбор будет не из простых. 3 дня в неделю – это лаборатории, аудитории, прекрасно оснащенные, современные нашего образовательного центра, лекции, мастер-классы ведущих педагогов, ученых, а также сопровождение проектной и исследовательской деятельности. Конечно, речь идет об отборе, жесточайшем отборе. Всего зачислят 45 сочинских школьников. Обучение будет проходить на базе 8-й гимназии, лицея номер 59 в Адлере и в современных лабораториях и аудиториях «Сириуса». Для школьников из центра города будут организованы еще и автобусы. Галина Моисеева, телекомпания «ВКТ».